Воскресный чемпион. 4 этапа. Поехали. Так, вырываемся вперед. Ой, хорошо, едем быстро таки. Забираем денежки, забираем бензобак. И давай, давай, давай. Да что ж такое, смотри, какие они все быстрые, а. Надо мне машинку, видимо, прокачивать дальше. Ага, не получилось у вас, ребята. Мы занимаем первое место. Есть идеальный старт. Мне нужно здесь первое место занять. Опа, все. Бензинчик взяли. Эй, чё за чувак на мотороллере? Алло. Так дело не пойдет. Нам нужно его опережать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Вонючий случай. И мы приехали. Четвертое место занимаем. Потому что я накосячил. Я, ребята, накосячил в конце. Просто-напросто взял и разбился. Тикс. Автобус теперь хочет занять первое место у нас. Едет. А что за току? Какой-то фин какой-то, да, из Финляндии. Ага! Ты че творишь? На мотороллере, алло. Все. Так, есть. Мы вырываемся и занимаем первое победное место. О, здесь я люблю горную местность. Горная местность у меня хорошо вроде бы получается. Тыкс, кубок. Ой, кубок, говорю, господи. Бензинчик. Ой, еще один. Ой-ой-ой, еще один. Бензобак забираем. Еще и монетки все собрали. Как хорошо. Потихонечку будем зарабатывать монетки. И много будет у нас денежек. Первое место. Продвижение у нас есть. Ах ты, ё-моё, я ненавижу воду. Мы здесь тяжело всегда играем. Смотри, здесь будут какие-то крутые. А вот всегда здесь почему-то крутые чуваки на таких крутых машинках. Не знаю. Так, назад, 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 назад. Ну и чё ты разбился? Я тебя даже не видел. Где ты там что делаешь? Ладно. Мы здесь навряд ли, конечно, выиграем. Я в шоке. Откуда они взяли вот этих вот чуваков? Так, один разбился. Опа. Если мы тут доедем... А мы можем даже вообще просто тупо не доехать. Так, второй разбился, смотри. Но они разбиваются только так. Только в путь. О, есть. Какое? Вторая позиция, видишь? Здесь как бы не так страшно. Но главное доехать. Пусть они отправляются. Ничего страшного. Видишь, они там все взрываются. Все головами стукаются. Опа, 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 опа. Что там за фигня была? Палка какая-то торчала. Которую можно заехать и головой стукнуться. Все. Так, разбившихся нигде нету. Чуваков. Они, походу, здесь все разбиваются. Ой-о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 й. Вот, победа. Второе место. А, нет, третья позиция. Ну, тоже неплохо. Второе место вообще заняли. Так, на ржавом рифе мы не пробовали еще на багги. Вот, поехали на багги. Посмотрим, сколько мы сможем тут проехать. Багги — легендарная машинка вообще. Мне она очень нравится. Оп-оп-оп-оп-оп. Разбился? Да как так?
Так, повтор играем. Играем повтор. Теперь аккурат еще в два раза. В два раза аккуратнее будем ехать. Тут даже немножечко даже вот здесь притормозить надо. Все. Проехали. Отлично. Так, сумасшедший на автобусе едет, смотри, как быстро. Давай, багги. Она, кстати, по песку уже хорошо едет. О, багги для песка. Как раз. Ржавый риф. А здесь куча песка. У нас. О-хо-хо-хо-хо. Да. Так, бензик. Вот. 500 уже звездочек заработали. Зимний вариант я хочу открыть. Но зимний вариант стоит кучу звезд. Офигеть просто. О, на одном колесе. Сколько я долго ехал. Так, бензина вроде бы много. Поэтому сильно спешить нельзя. Чтобы нигде нам не разбиться. О, а вот здесь надо быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, спасло меня это. Так, поверху, да, мы решили поехать? Ладно. Так, бензинчика вроде бы много еще. О, ребята. Уже 1000 звездочек заработали. Вот это багги мне нравится. Мы на каждой карте минимум 1000 звезд зарабатываем. Угу. Так, здесь быстренько сейчас. Опля. Выплевывает нас. Так, а мы здесь поверху поедем, да? Вот эти вот пузыри, они мне нафиг не нужны. О, песочек, песочек, песочек. Нормально, нормально сейчас. О, засосало нас. В эту трубу. Нифига, я здесь вообще ни разу не был. А теперь как мне сюда теперь подняться, я не знаю. О, давай, 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 есть. Еще немножечко. Давай. Опа. Все. Thank you. Ух, я так напрягся. Смотри, я даже Китай вижу. Офигеть, где это вообще? Ну, я здесь ни разу не ездил. А на багги получается у меня, представляешь? Да, какие-то. Рыба какая-то, смотри, плавает. Просто интересно. Что мы здесь? Кит, кит, большой-большой, смотри, кит, офигеть. Огромный кит. Ух ты, мы вообще... Это самая рыба какая-то такая, знаешь, которая... Она очень-очень глубоко, она... Ну, на глубинах плавает. Это говорит о том, что мы очень далеко проехали. Очень далеко. Так, бензинчика вроде бы много. Так, еще чуть-чуть осталось. Оп, 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 давай, 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 давай. Так, как бы сюда бы заехать-то, а? Как бы заехать сюда? О, ну, к сожалению, бензин закончился у меня. Ай-я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 й. Ох, чуть-чуть осталось. Офигеть. Да, рекордик. Сколько там вообще звезд там? 42 звезды. Так, а где мы еще на этом, на багах не катались? А в городе мы катались или нет? Я не помню. Так, давайте улучшим. Мотор повысим. Сцепление повысим. А, подвеску. И еще раз мотор. А, и еще сцепление. А, багги для песка мощность 37. Разблокировали мы еще какую-то штуку. Так, и сцепление еще улучшим. Ну давай посмотрим, что у нас там по деталям. Еще мы, да, разблокировали. А, что ж поставить сюда? А что это такое? Ускоритель фляг. Ускоритель мощности после успешных переворотов. Но это мне не нужно, какие еще перевороты. А, какие еще перевороты вообще?
Ладно, посмотрим. Посмотрим, что это такое вообще. Какие-то перевороты. Мне перевороты здесь не нужны. Хотя, может быть, там какие-то можно переворотики сделать. Мы попробуем один переворотик сделаем. Если, конечно, не разобьемся из-за этого переворота. Так, а мне нужно аж 3000... А почти что 3 километра проехать. Офигеть. А, ну, вообще-то так-то мы машинку-то улучшили. Багги наш. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Чё ты переворачиваться стал? Ты чего переворачиваешься, багги? Ты же адекватный автомобильчик у меня был. А сейчас смотри, что творит. Что творит машинка, а? Ну ладно. Такс. Что у нас там получается по монеткам? По монеткам всего лишь 1300 монет. Так, ну здесь не будем переворачиваться. Не, мы не сможем, у нас не хватит. Не хватит для этого мощности. А ну попробуй. Ну нет, не переворачивается у нас машинка. Значит, когда нужно этот гаджет. Мне не нравится гаджет.